Акция «Ночь в музее» в Самаре проходит уже несколько лет подряд. Каждый раз собирая сотни полуночников. В эту ночь программа подготовит 30 культурных площадок. 2019 объявлен годом театра, и многие экспозиции будут посвящены его истории. Все музеи объединились между собой и впервые готовят совместную карту культурных путешествий для горожан и гостей города. Мне на сегодняшний день очень приятно, нам всем приятно, всей нашей большой музейной самарской команде, что нас оказывается так много, и все мы разные. Это не только муниципальные и государственные музеи, но это и частные музеи, ведомственные музеи. Все откликнулись на наше предложение сделать в этом году ее очень ярко, содержательно и масштабно. Подготовка к главному музейному событию Самары – это перформансы и выставки, концерты и лекции, мастер-классы и выступления поэтов до поздней ночи объединила вокруг себя все музейные команды. Событие, которое выбивается из общей музейной жизни, такой повседневной, скажем так, да, и оно, конечно, дает возможность по-новому взглянуть и познакомиться с новыми посетителями, которые впервые приходят, потом становятся постоянными посетителями музея. Это, мне кажется, здорово. В этом году впервые запустят музейный трамвай. Он будет приглашать самарцев побывать на культурных площадках города. Многие проходят мимо, видят деревянные красивые дома или как не деревянные красивые дома. Знают, что это что-то особенное, но не заходили или не интересовались, что внутри. И поэтому мы решили запустить музейный трамвай, где объединились все муниципальные музеи со всеми своими красивыми логотипами, имиджами, адресами, которые будут приглашать жителей города. Выставочные залы, арт-пространство, картинные галереи, театры и другие площадки города подготовят для посетителей специальные программы. Экскурсии и выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы и спектакли. Более подробно с картой культурных путешествий «Ночь в музее» можно ознакомиться на порталах участников. Елена Малютина, Константин Головин. События.